Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на своем канале. И вот такая тренога, китайская чупакабра. Я ее называю. Довольно-таки, кстати, интересная и удобная вещь. Сейчас начал снимать видео с помощью вот этой недорогого такого устройства. Так. Что самое интересное, вот можно ее, она гнется, цепляется на любой поручень, например, вот вам нужно на улице снять. То есть она приобретает форму, вот видите, да, как угол очень интересный вот самого. Вот видите, можно и вверх, и вниз, то есть абсолютно разный градус. Можно поднять высоко, она очень устойчивая, в принципе. Это для телефона. Все, конечно же, сделано, минимизировано по, скажем так, это недорогой товар. Цена ее 120 гривен или 10 долларов стоит. Но очень удобная штучка. Вот такая для телефончика, чтобы можно было снимать спокойно, чтобы руки не дрожали, вот, чтобы душа радовалась. Хороший крепеж такой жесткий, вот оно так вот. Тут вот прорезинено, вот эта верхняя часть. Ну, в общем, как палка селфи, только тренога, такая вот китайская. Повторюсь, устойчивая, мне нравится. Вот сейчас все видео с помощью ее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обсуждайте, задавайте вопросы. До новых встреч, до новых видео.